Ребят, я не знаю, как каким образом, но Антон, для тех, кто не знает, это прошлый маньяк-доктор, реально жив. Как он выжил, без понятия, но я смог все это снять на камеру, все это у меня есть. И давайте наберем 50 тысяч лайков на последнем видосе, и тогда я выкладываю вам видос не в субботу, а гораздо раньше, как только набираете 50 тысяч лайков. 50 тысяч лайков, думаю, для вас собрать будет не проблема, поэтому огромная просьба, давайте, проявите активность, я выкладываю вам видос, потому что мне самому не терпится уже с вами этим поделиться, потому что реально у меня какой-то шок, я не понимаю, пацаны мне не верят, потому что я бегал с камеры, я все это снял, и я записи им еще эти не показывал. Поэтому, ребят, давайте, 50 тысяч лайков, я выпускаю. Я не знаю, что дальше будет, будет он мстить или что, но факт в том, что Антон реально жив.